Боялся, не родила его голос. Вон орел у нас прилетел, сидит он на ветке. Мы его сейчас снимаем. Брось с него камень. Рада, какого хрена ты тут бегаешь мокрая? Вон орла мы пытаемся снять на камеру. Давай, орел! Кабан! Это у нас такой специальный белоголовый орел. Большие орлы. Он полетел. Испугали мы орла. Испугали мы орла. Та-та-та-да-ра-та-та. Рада? Орла, ты испугала? Рада. Орла-то ты испугала? Где? Я испугал. Это ты орла испугала? Нет, я в него камень бросил. Это ты в него камень бросил? И я кричал, безобразники мои. Вообще. Понимаешь, это святой день Пасху, а мы, понимаешь, орлов здесь гоняем. Орлы! Дядя Толя Орлов, он бы возмутился бы, сказал, что такое вообще? Орлов гоняете. Да, Рада, ты у нас не возмущаешься, тебе все пофигу. Хватит брызгаться здесь, бегает. Сегодня Петя у нас искупался здесь. О, куда, куда только она не бегает. Рада. Рада, иди сюда. На что, снять это на камеру? О, тут у нее нора почти целая. Фух ты. Взять, Рада, искать. Искать. Сейчас обвалится все на нее и будет у нас упс будет. У меня ничего не упадет. Охотничья собака. Искать! Искать! Давай! Ага, она все грязная. Искать! Ну нормально, чего, так сказать. Собака должна быть грязная. Охотничья же все-таки. Рада. Ну, в общем, помыли ее, да? Тут же помыли. Хорошо. У нее нос покрыт песком. Ну, значит, топи ее сейчас. У нее и голова в песке. Смотри, она опять туда полезла. Ей нравится там фан. Тебе нравится там, Рада? Брось ей палку туда. Пусть она там копает ее. Копай! Копай, Рада! Вот она вышла! Ну, красавица ты наша! Красавица! Красавица! Вся в песке, на всех брызгает песком, грязно! Водичка у нас сегодня